сейчас мы отправились в Верхний Слоутер. Не останавливайся по ягоды, мы не дойдем сегодня из-за этого безобразия. Уже наелись яблок. Да, очень вкусные, сладкие. Выдался солнечный день. Правда, очень ветрено. Мне кажется, иногда заглушает даже ветер то, что я говорю. Остановите меня от этой ягоды. Все, хватит. Не зря его называют Верхним Слоутером. Дорога постоянно идет вверх. Это такое? Это барбарис. Привет. Передовывается, что нет? Как вам тут живется? Красоточки. Модные такие, с цветными штучками. Мы добрели до Верхнего Слоутера. Это отель и ресторан. Одно из крыльев здания чинят. Видите, все эти дома нуждаются в постоянном уходе, потому что камень разрушается, а некоторым домикам тут по 500 лет. А вот эти чудные каменные грибочки по всем деревням – это столбики, на которых вешают цепи. Сейчас мы возвращаемся в Burton on the Water. И есть время рассказать вам, откуда в Англии появилось левостороннее движение. Как раз вот едут машины, и вы можете увидеть, как это происходит, как раз в две стороны. На самом деле, как говорят, это пошло еще от рыцарских турниров. Представьте, что вот эта разделительная полоса – это забор, который был
высотой с лошадиную холку. Собственно говоря, чтобы сохранить жизнь животному. И рыцари на лошадях, задача рыцаря была выбить другого из седла копьем. То есть именно вот в этом направлении, в котором я иду, представьте, у меня не камера в правой руке, а копье. И навстречу, вот которые идут машины, они, это другой рыцарь с копьем в правой руке, который за стеной, за вот этой перегородкой. Вот именно поэтому движение сохранилось с левой стороны. Скоро Рождество. Магазинчики уже готовы. Да, это из этой же. Только у русских есть тавтология. Старый Новый год, например. Вот, пожалуйста. Old New Inn. Старый Новый Inn. Сеть гостиниц называлась New Inn. А это старый New Inn.